Это вот, я уже рассказывал эту историю очень много раз, но я еще раз расскажу. Отдельный был предмет Лев Николаевич Толстой. Ну, к сожалению, пришлось взять, я терпеть, блядь, не могу Толстого. После этого, после того, как я изучил его более пристально, я его, блядь, терпеть не могу еще больше, блядь. Потому что я в ходе этого курса прочитал произведение «Холстомер», и Толстой для меня вообще стал конченным дегенератом, блядь. Как бы, типа, хуйня, почему это ебанутая паскуда, которая ненавидит все прекрасное, почему это классика русской лиф... А хотя, блядь, теперь все бьется, на самом деле. Теперь все, блядь, становится на свои места, просто такой. Идеально. Ну, если серьезно... Толстого пришлось взять, потому что у меня по расписанию был выбор. Исходя из расписания и моего свободного времени, у меня был выбор взять либо курс с названием «Литература и революция», либо взять курс с названием «Лев Николаевич Толстой». Вот как вы думаете, блядь? Да, я взял Толстого в итоге. Ну, если что, курс «Литература и революция» начинается с одноименной статьи Троцкого и заканчивается книгами, блядь, Солженицына. Я в руки ебал такой курс. Я реально лучше Толстого читать буду. И экзамен по нему сдавать, блядь. Вот, взял я Толстого, в общем. И мы там много чего проходили. Значит, «Холстомер», «Хаджи Мурат», «Анна Каренина», всякое такое. Проходим мы, значит, «Анну Каренину». На «Анну Каренину» было отведено, по-моему, 4 лекции, если не больше. И где-то, чуть ли не на последней лекции по «Анне Карениной», американские студенты задались вопросом. А этот курс был на английском, если что. Американские студенты задались вопросом, а почему у Анны Карениной фамилия Каренина, а у ее мужа фамилия Каренин? То есть там преподавательница Лада Геннадьевна объясняет всякие достаточно сложные материи на хорошем английском языке, с тяжелым акцентом, но все равно с хорошим английским языком, с правильным синтаксисом, со всем этим, вот, понятно все, объясняет очень сложные культурные отсылки, стилистику Толстого, на всякие нюансы истории Российской империи и так далее. А у студентов в это время в голове вопрос, а почему здесь Каренин, а вот тут Каренина. Вот. Гамму эмоций, которые испытывает преподаватель в такие моменты, я почувствовал только, когда стал образовательно-развлекательным стримером на Твиче. На русскоязычную аудиторию. Подонок подходит под онок, подлец подходит под подлец.